Добрый день, меня зовут Илона Струкова, я бизнес-тренер тренингового агентства «Мастер-класс». Я провожу тренинги и сопровождаю компании в области обучения 12 лет. За это время я наблюдаю, что многим компаниям необходимо решить задачу повышения эффективности работы своих сотрудников. При этом компании не всегда самостоятельно могут понять, почему персонал на данный момент времени не приносит желаемых результатов, а также определить пути развития каждого конкретного сотрудника в организации. Это действительно сложная задача, и она требует высокого профессионализма, а также системного подхода и к обучению, и к выстраиванию работающих бизнес-процессов внутри компании. Именно поэтому в своей работе я руководствуюсь несколькими ключевыми принципами. Первое. Я не провожу обучение, пока не выяснены все детали запроса заказчика и не сформулированы ясные и четкие цели обучения сотрудников. Второе. Исходя из этих целей, я подбираю теоретический материал и разрабатываю практические задания к тренингу. При этом мне важно структурированно донести информацию до группы для того, чтобы участники смогли успешно применять ее в своей практике. Ну и третье. Я работаю с личностным материалом участников обучения, используя в своей работе различные психологические инструменты. Это позволяет раскрыть внутренний ресурс сотрудников и привести их к желаемым результатам. Для закрепления результатов проведенных тренингов при необходимости я передаю свои наработки и тренерские методики внутренним тренерам и корпоративным университетам компаний. Итак, я буду рада с вами встретиться на переговорах, на обучении и желаю вам эффективных сотрудников.